Дорогие друзья, мы открываем новый сезон, сезон 24 года в Ботаническом саду МГУ на Ленинских горах. Мы очень многое запланировали, и у нас теперь для вас будут регулярные праздники. Каждое время года хорошо по-своему. И вот первая неделя будет посвящена первоцветам. Это у нас время первых. Кроме того, конечно же, можно будет посетить и другие праздники. Мы планируем побеседовать о лютике и его родственниках. Кроме того, заняться одуванчиками. Интересно будет посетить оранжевое лето. Ботанический сад МГУ является одним из таких выдающихся учреждений, которое сделало много интересных сортов облепихи. Мы еще ее ни разу не представляли широкому кругу наших друзей. Ну вот мы надеемся, что вы нас поддержите и придете на такие праздники. Плодовый отдел готовится к ягодным выходным и, кроме того, к традиционному уже третий раз проводимому дню яблока. То есть программа насыщенная, интересная, можно будет приходить всей семьей, найдутся какие-то занятия и для детей, и для взрослых, будут лекции, мы будем вас просвещать активно. Ну и, конечно, есть уголки сада, куда вы сможете попасть только с экскурсиями. Это альпинарий, дендрарий, плодовый сад. Ну и есть площадка для того, чтобы погулять самостоятельно. Традиционно у нас расцветет сирень, будут цвести пионы, будут цвести розы. Каждая из этих культур привлекательна, даже все невозможно совершенно упомнить, что у нас привлекает в саду. Но сад хорош в каждое время года. В каждое время года можно найти что-нибудь интересное для себя, познавательное и любопытное. Кроме того, хочется отметить, что этот год мы объявили годом Дмитрия Петровича Сырейщикова. Дмитрий Петрович Сырейщиков – это заведующий гербарием Московского университета, который много сил потратил на то, чтобы издать флору Московской губернии. Поэтому милости просим на нашу среднюю полосу, и там флора нашей Московской губернии будет широко представлена. И это еще один повод для того, чтобы знакомиться не только с диковинками, но и с родной природой. Так что приходите в сад. Следуйте нашим правилам, не ходите по газонам, не обижайте наши растения, и мы будем вам всегда рады.